Привет, меня зовут Спасенов Алексей. Я работаю программистом-исследователем в отделе анализа данных. В технопарке я преподаю курс «Технология кода, компьютерное зрение и глубокое обучение». В первой части курса студенты ознакомятся с основными возможностями графических процессоров для реализации приложений, использующих массивно-параллельные вычисления. Во второй части курса слушатели познакомятся с основами машинного обучения и способами построения глубоких нейронных сетей. Глубокие нейросети используются для таких задач, как обработка текста, звука и изображений. Слушатель научится использовать все возможности современных графических процессоров, а также решать задачи распознавания текста и обработка изображений с использованием глубоких нейронных сетей. А по окончанию данного курса студенты сдают курсовой проект, в котором реализуют систему компьютерного зрения. Жду всех на нашем курсе.